Черчилль сказал еще в 1918 году, что советскую власть надо удушить. А на банкетах наших небольших с Рузвельтом в Тегеране и Ялте я встаю утром и молюсь, чтобы Сталин был жив, здоров. Только Сталин может спасти мир. Уверенный в том, что именно Сталин играет ту исключительную роль, которую он в войне имеет. Слезы текли по щекам, то ли великий актер был, то ли искренне говорил. Недаром англичане при наших 20 миллионах жертв потеряли всего немногим более 200 тысяч. Вот для чего им это надо. И вот такой человек был и нашим ненавистником, и сознавал, и старался использовать. Но и мы его использовали. Заставили в одной упряжке бежать. Иначе нам было бы тяжело. 16,6. 1977 в комментарии зарубежного издателя мемуаров Хрущева есть такие слова. К сожалению, здесь, как и во всей книге, за исключением некоторых мест, где об этом сказано мимоходом, нет глубокого анализа тех качеств Сталина, которые позволяли ему твердо стоять на своем, аргументированно и сознанием дела вести переговоры с Черчиллем и Рузвельтом. Вероятно, лишь Молотов мог бы авторитетно рассказать об этом. «Трудная история», — говорит Молотов, — «но одно то, что Сталин заставил капиталистов Рузвельта и Черчилля воевать против Гитлера, о многом говорит. Вспомните Черчилля». Читаю короткую речь английского премьера в Палате общин 21 декабря 1959 года, в день 80-летия Сталина, перевод из британской энциклопедии. Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила вся его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в британском парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора и сарказма и способностью точно воспринимать мысли. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов. Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью. Он был непобедимым мастером находить в трудные моменты пути выхода из самого безвыходного положения. Кроме того, Сталин в самые критические моменты, а также в моменты торжества, был одинаково сдержан и никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал своим же врагом. Сталин был величайшим, не имеющим себе равного в мире, диктатором, который принял Россию с сахой и оставил ее с атомным вооружением. Что ж, история, народ таких людей не забывают. А ведь это, говорит враг номер одному по выражению того же Черчилля, продолжает Молотов. Я считаю Ленина выше Сталина, но если б тогда не было Сталина, не знаю, что с нами и было бы. Роль Сталина исключительна. Сталин руководил не только армией, но и воюющей страной. Ленин и Сталин останутся на века. 9,5. 1985 в Тегеране в 1943 году Сталин пошел на прием к юному шаху Ирана, тот даже растерялся. Берия был против такого визита, говорит Молотов. Мне Голованов рассказывал, что Сталин тогда назвал Берию политическим дураком. Мы вместе со Сталиным были у иранского шаха Мохаммед Реза Пехлеви. Молотов рассказал об этом, вспомнив выражение «иди ты к шаху монах». Ф. Ч. Мы вместе были. Не совсем он понял этого шаха, попал в не совсем удобное положение. Он сразу пытался шаха в союзники получить, не вышло. Сталин думал,
что подействует на него, не получилось. Шах чувствовал, конечно, что мы не можем тут командовать, англичане, американцы рядом, дескать, не отдадут меня целиком Сталину. Они ему, конечно, советовали, это само собой. Они постоянно держали его под контролем. 1.11. 1977. Рассказываю Молотову анекдот, который он не знал. На Тегеранской конференции Рузвельту и Черчиллю надоело, что Сталин постоянно давит на них, проходит только его предложение, он один им двоим диктует свою волю. И они решили его разыграть. Утром, перед очередным заседанием, Черчилль говорит: «Мне сегодня приснилось, что я стал властелином мира». «А мне приснилось», — сказал Рузвельт, — «что я стал властелином Вселенной». «А вам что снилось, маршал Сталин?» «А мне приснилось», — неторопливо ответил Сталин, — «что я не утвердил ни вас, господин Черчилль, ни вас, господин Рузвельт». Подобные разговоры с подковырками имели место на конференции Большой Тройки, и Сталин, действительно, всегда находил выход из, казалось, безвыходного положения, говорит Молотов. 11.6. 1970. Мне довелось помогать главному маршалу авиации А.Е. Голованову в работе над мемуарами, и Голованов вспомнил эпизод, когда его пригласили в Кремль на обед по случаю приезда Черчилля. За столом было всего несколько человек. Тосты следовали один за другим, и я, вспоминал Голованов, с беспокойством следил за Сталиным, ведь Черчилль, известный выпивоха, устроил за столом как бы состязание со Сталиным, кто больше примет спиртного. Сталин пил на равных и, когда Черчилля на руках вынесли из-за стола отдыхать, подошел к Голованову и сказал: «Что ты на меня так смотришь? Не бойся, России я не пропью, а он у меня завтра будет вертеться, как карась на сковородке». В воспоминании Голованова эта фраза тогда не прошла. На полях было написано: «Сталин так сказать не мог». «Не мог? Да он мне лично это говорил», — воскликнул Александр Евгеньевич. «Такие вещи в дипломатии имеют значение», — сказал Молотов, и Сталин не сбрасывал их со счета. «Узнали мы, что Бевин, английский министр иностранных дел, неравнодушен к картине Репина, запорожцы пишут письмо турецкому султану. Ну и мы перед одним из заседаний министров иностранных дел великих держав сделали ему сюрприз, привезли из Третьяковки эту картину и повесили перед входом в комнату заседаний. Бевин остановился и долго смотрел на картину. Потом сказал: «Удивительно. Ни одного порядочного человека». 9.7. 1971. Сталин иной раз в узком кругу вытаскивал из кармана письмо запорожцев турецкому султану, носил с собой несколько лет. Ели мы эту Англию? Все смеялись, конечно. Но он придавал большое значение нашей дипломатии. 29.7. 1971. 12.12. 1972. Бевин — это черчиллевец. Враждебный. Аидин — помощник Черчилля, слишком мягкотелый, слишком деликатный и довольно беспомощный. Идин, конечно, мне больше нравился. С Иденом можно было ладить. А с Бевиным это такой, что невозможно. Этот Бевин был у нас на вечере в Лондоне. Ну, наша публика любит угощать. Мои ребята его напоили, изощрились так, что, когда я пошел его провожать, вышел из дома, а он был с женой, такая солидная старушка, она села первой в автомобиль, он за ней тянется, и вот, когда он стал залезать туда, из него все вышло в подол своей супруги. Ну что это за человек? Какой же это дипломат, если не может за собой последить? Его напаивали, ему нравилось, а русские любят напоить. 9.3. 1979. Молотов пошел искать письмо вдовы Черчилля Клементины с соболезнованиями по поводу смерти Полины Семеновны Жемчужиной.
Она до сих пор мне пишет. Москва, Кремль. Молотов. Сталин через Полину Семеновну подарил ей перстень, но на родине у нее украли. Она через прессу просила вернуть за большое вознаграждение, но так, по-моему, ничего и не вышло. Письмо Молотов не нашел, но принес портрет Рузвельта, подаренный в Вашингтоне во время переговоров в 1942 году. Большая фотография красивого человека в роскошной, обтянутой зеленым шелком рамке с надписью фиолетовыми чернилами по-английски. Моему другу Вячеславу Молотову от Франклина Рузвельта. Май 31, 1942. 11,6. 1970. Рузвельт был империалист, причем такой, который любого схватит за глотку. Один товарищ заметил, быть парализованным и пролезть в президенты в Америке, да на три срока, это каким же проходимцем надо быть. Хорошо сказано, подтвердил Молотов. 5,2. 1982. Мы подписали очень важную декларацию. Сталин в самом начале с большим трепетом к этому относился. На Ялтинской конференции в 1945 об освобождении народов Европы. Пышная декларация. Американцы дали проект. Я к Сталину пришел с этим документом, говорю ему, что-то уж чересчур. Ничего, ничего, поработайте. Мы можем выполнять потом по-своему. Дело в соотношении сил. Нам было выгодно, чтоб у нас сохранялся союз с Америкой. Это важно было. 15,8. 1975. В 1945 году Молотов ехал на поезде в США и в вагоне узнал о смерти Рузвельта, ужинали в вагоне-ресторане. Это, когда я в предпоследний раз был в Америке. Надо было подготовлять ассамблею Организации Объединенных Наций и осуществлять руководство этой ассамблеи. Вагон-ресторан полон был. Вошел какой-то гражданин и говорит, сейчас передали, что Рузвельт умер. Никакого внимания. Никакой реакции. Американец, если политика его хватает за карман, тут он на все готов. А президент все-таки, американцы его поддерживали подавляющим большинством. Представьте себе наше положение, можно разве было подумать, что никто никакого внимания? У нас больше переживали, чем у них. Конечно. Американцы в этом отношении довольно толстокожие. Пока их кошелек, пока их лично не коснется, ничего не волнует. Рузвельт умел прятать свое отношение к нам, а Трумэн тот совсем не умел прятать. Откровенно очень враждебно относился. Они распланировали даже, как они оккупируют Советский Союз, выпустят иммигрантов из Америки, снабдят их оружием, войсками. Те создадут свое правительство, уничтожат коммунистов, раздробят Советский Союз на кусочки, оторвут все национальности друг от друга. Правильно. Они мечтают. Но в последние годы они уже чувствуют, что у них уходит земля из-под ног, поэтому поставили Рейгана, прямо бешеного антикоммуниста. 16,6. 1983. Эйзенхауэр говорил, что мирное сосуществование — это существование в концентрационном лагере. С Эйзенхауэром я встречался. И с Даллесом встречался. Эйзенхауэр так, добродушный. Даллес — это такой крючок, что уж помни, что это крючок. И брат у него разведчик. Эти братцы такие, что они к тебе в карман залезут и голову оторвут заодно. 14,1. 1975. Джон Фостер Даллес, типичный империалист. Однобокий в этом смысле. Закаленный, убежденный. Это его роднило с Черчиллем. Мы однажды в Париже целую неделю заседали, никак не могли принять повестку дня, разъехались по домам. 30,7. 1970 на переговорах американцы предлагали Германию на какие-то мелкие, на небольшие государства, подтверждает Молотов. Глупая мера. Такие предложения были.
В Америке все-таки, по-моему, тупые политики. Нелепость. 1,1. 1985. Есть версия, по которой Жуков предлагал не останавливаться на Берлине, а двинуть дальше, взять Париж. Я такого не помню. Люди плохо знают географию. 8,03. 1974. Рассматриваем фотографию Потсдамской конференции. Прошу рассказать, кто есть кто. Молотов поясняет, это Вышинский, Громыко, Кузнецов Николай Герасимович, это начальник охраны Власик, Майский. Это Геращенко, заведующий экономическим отделом. Это Сталин, это Молотов, говорю я. Верно, Сталин, Молотов. Это мой помощник Подцеров, это Царапкин, так называемый Новиков, Силин, второй мой помощник Потрубач, это мои ребята. А рядом со Сталиным кто сидит? Это Галунский, заведующий юридическим отделом МИДа, он переводил. Но он не только знал языки, он очень хорошо знал законы, и поэтому Сталин посадил его рядом с собой, чтоб нас не надули. Сталин не раз говорил, что Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно, но не умеют заключать мир, их обходят, не додают. А то, что мы сделали в результате этой войны, я считаю, сделали прекрасно, укрепили советское государство. Это была моя главная задача. Моя задача как министра иностранных дел была в том, чтобы нас не надули. По этой части мы постарались и добились, по-моему, неплохих результатов. Нас очень волновали польский вопрос, вопрос о репарациях. И мы своего добились, хотя нас всячески старались ущемить, навязать Польше буржуазное правительство, которое, естественно, было бы агентом империализма. Но мы, Сталин и я за ним, держались такой линии, чтоб у себя на границе иметь независимую, но не враждебную нам Польшу. На переговорах раньше споры шли о границах, линии Кирзона, линии Риббентроп-Молотов. Сталин сказал, назовите, как хотите. Но наша граница пройдет так. Черчилль возразил, но Львов никогда не был русским городом. А Варшава была, спокойно ответил Сталин. 9,07. 1971 насчет польских границ в Потсдаме. Сталин говорил о линии Кирзона, что же вы хотите, чтоб мы были менее русскими, чем Керзон и Климанса? Что скажут украинцы, если мы примем ваше предложение? Они, пожалуй, скажут, что Сталин и Молотов оказались менее надежными защитниками русских и украинцев, чем Керзон и Климанса. В Потсдаме главным был вопрос о репарациях, но польский вопрос тоже имел важное значение. Американцы нам дали такой выход из положения, который уменьшал трение между нашими западными союзниками и нами. То, что подписали по польскому вопросу, предварительно очень долго обсуждалось. Польша не должна быть враждебной Советскому Союзу. Независимая, но не враждебная. А они нам всячески навязывали буржуазное правительство, которое, естественно, было бы агентом империализма и враждебным Советскому Союзу. Еще на Ялтинской конференции в феврале 1945 года польский вопрос был поставлен в таком духе, но четкого решения еще не было. Была создана комиссия, которая работала в Москве. Я входил в нее, Гариман, Керр. 9,07. 1971. Поляки интересуются судьбой польских офицеров в нашем плену, это больное место. Они говорят, что наши расстреляли. Они могут. Есть специальное заявление советского правительства. Этого я и придерживаюсь. Была же потом комиссия. Руденко входил. А сколько поляки принесли горе Украине, Белоруссии? Говорит писатель Ф. Стаднюк. Между прочим, в Первую мировую войну поляки были самыми страшными для украинцев. Очень жестокие. Они не выбирали кого-то, а сразу наказывали целую деревню. Националисты все польские,
русские, украинские, румынские, они на все пойдут, самые отчаянные, говорит Молотов. 13,6. 1974 перед назначением Рокоссовского в Польшу я туда ездил и сказал полякам, что мы им дадим в министры обороны кого-нибудь из опытных полководцев. И решили дать одного из самых лучших Рокоссовского. Он и характером мягкий, обходительный, и чуть-чуть поляк, и полководец талантливый. Правда, по-польски он говорил плохо, ударение не там ставил. Он не хотел туда ехать, но нам было очень нужно, чтобы он там побыл, навел порядок у них, ведь мы о них ничего не знали. 16,7. 1978 Рейган провозгласил, что Польша — это начало конца коммунизма. Польша всегда была в тяжелом положении. У нас много было разговоров о Польше с Труменом Гарриманом. Мы не можем Польшу потерять, нам же за это достанется. Если такая линия пойдет, и нас это захватит. К этому тоже надо быть готовым. 4,12. 1981 поляки никогда не утихают и никогда не успокоятся. И без толку. Все на свою шею. Очевидно, будут еще серьезные события. 9,12. 1982 вопрос о разделе Берлина был решен еще в Лондоне. Договорились разделить и Германию, и ее столицу, на три части. А потом, когда союзники предложили, что надо и французам дать зону, мы сказали, дайте за ваш счет. Они же не воевали. Ну, они выделили, а наша зона осталась неприкосновенной. Все дело в том, что если бы не было Берлина, был бы другой такой узелок. Поскольку у нас цели и позиции разные, какой-то узел обязательно должен быть, и он завязался в Берлине. Как мы могли отказать им в этом, если они говорят, мы же вместе боремся? 24,8. 1970. Против советской власти у них не получилось крестового похода, мы раскололи лагерь империализма. Мы были в дураках, и никто не считал нас дураками. Хотя некоторые пытались. Умер Рузвельт. Первая встреча с Труменом. Он начинает со мной таким приказным тоном говорить. А перед этим у меня в Москве был разговор с Гарриманом и английским послом Керром по польскому вопросу, как формировать правительство. Мы за то, чтоб формировал его польский национальный комитет, а они нам всячески Миколайчика этого подсовывают. И Трумэн, что же вы ставите так, вопрос, что с вами нельзя согласиться, ведь это недопустимо. Я думаю, что это за президент? Говорю, в таком тоне я не могу с вами разговаривать. Он осёкся немного, осёкся. Туповатый, по-моему. И очень антисоветски настроенный. Поэтому и начал в таком тоне, хотел показать своё. Я, как говорится, пришлось говорить с нами более солидно и спокойно. Потом он сказал о себе, что он себя скромно оценивает. Таких, как я, в Америке миллионы, но я президент. На рояле играл. Неплохо, но ничего особенного, конечно. До интеллекта Рузвельта далеко. Большая разница. Одно общее. Рузвельт тоже был матерым империалистом. 9,7. 1971 Трумэн решил удивить в Потсдаме. Трумэн решил нас удивить. Насколько я помню, после обеда, который давала американская делегация, он с секретным видом отвел нас со Сталиным в сторонку и сообщил, что у них есть такое оружие особое, которого еще никогда не было, такое сверхобычное оружие. Трудно за него сказать, что он думал, но мне казалось, он хотел нас ошарашить. А Сталин очень спокойно к этому отнесся. И Трумэн решил, что тот ничего не понял. Не было сказано атомная бомба, но мы сразу догадались, о чем идет речь. И понимали, что развязать войну они пока не в состоянии, у них одна или две бомбы всего имелись,
взорвать, то они и потом взорвали над Хиросимой и Нагасаки, а больше не осталось. Но даже если и оставалось, это не могло тогда сыграть особой роли. У нас по этой теме работы велись с 1943 года, мне было поручено за них отвечать, найти такого человека, который бы мог осуществить создание атомной бомбы. Чекисты дали мне список надежных физиков, на которых можно было положиться, и я выбирал. Вызвал Капицу к себе, академика. Он сказал, что мы к этому не готовы, и атомная бомба – оружие не этой войны, дело будущего. Спрашивали Иоффе, он тоже как-то неясно к этому отнесся. Короче, был у меня самый молодой и никому еще неизвестный Курчатов, ему не давали ходу. Я его вызвал, поговорили, он произвел на меня хорошее впечатление. Но он сказал, что у него еще много неясностей. Тогда я решил ему дать материалы нашей разведки. Разведчики сделали очень важное дело. Курчатов несколько дней сидел в Кремле, у меня, над этими материалами. Где-то после Сталинградской битвы, в 1943 году. Я его спросил, ну как материалы? Я-то в них не понимал ничего, но знал, что они из хороших, надежных источников взяты. Он говорит, замечательные материалы, как раз то, чего у нас нет, они добавляют. Это очень хорошая операция наших чекистов. Очень хорошо вытащили то, что нам нужно было. В самый подходящий момент, когда мы только начали этим заниматься. У меня в памяти что-то было, а сейчас я боюсь говорить, потому что запамятовал. Супруги Розенберг. Я старался не расспрашивать об этом, но думаю, что они были связаны с разведкой. Кто-то нам сильно помог с атомной бомбой. Разведка сыграла очень большую роль. В Америке пострадали Розенберги. Не исключено, что они нам помогали. Но мы об этом не должны говорить. Такое нам еще может пригодиться в будущем. Это были американские материалы, не немецкие. Наверное, главным образом, разведка наша перед войной и в войну работала неплохо. В Америке были подходящие кадры. Еще старые кадры. Берии после войны уже начал. Я представил Курчатова Сталину, он получил всяческую поддержку, и мы на него стали ориентироваться. Он организовал группу, и получилось хорошо. Конечно, ко времени Потсдама у нас еще сделано было относительно мало. 9,7. 1971,28,12. 1977,28,8. 1981. Мы ни на кого не надеялись, только на собственные силы. Что касается могущества державы, повышения ее оборонной мощи, Сталин стремился не только не отставать, но быть впереди, несмотря на то, что понимал, что мы вышли на самые передовые рубежи при колоссальной внутренней отсталости, страна то крестьянская. Но мы и ракетами начали заниматься всерьез во время войны. Могли бы мы запустить первый в мире спутник в 1957 году и первого человека в космос в 1961, если бы не стали этим заниматься значительно раньше. Мне об этом рассказывал академик Василий Павлович Мишин, говорю я. Он долгое время был первым заместителем королева, а потом его преемником на посту главного конструктора. «Будущий советский космос», — сказал он, — начался в конце войны с обмена посланиями между Сталиным и Черчиллем. Я читал этот двухтомник переписки. «Интересное есть послание», — говорит Молотов. «Многие мы вдвоем сочиняли. Все это шло через меня. Иначе и не могло быть. Я читал и не обращал внимания на одну телеграмму Черчилля, как всегда, совершенно секретную, где говорится, что в ближайшее время советские войска возьмут польский населенный пункт Дебицы, в котором немцы производят испытания крылатых ракет Фау-2. Я был бы благодарен, маршал Сталин,
пишет Черчилль, если бы вы смогли дать надлежащие указания о сохранении той аппаратуры и устройств в Дебице, которые ваши войска смогут захватить после овладения этим районом, если бы затем вы предоставили нам возможность для изучения этой экспериментальной станции нашими специалистами. 13 июля 1944 года. Сталин ответил, что не знает, о каком Дебице идет речь, так как в Польше, говорят, есть несколько пунктов под этим названием. Английский премьер тут же шлет новое нетерпеливое послание, в котором дает подробнейшие координаты нужного ему Дебице. Сталин отвечает кратко, что он дал на этот счет необходимые указания. Обещаю вам, что возьму это дело под свой личный контроль, чтобы было сделано все, что будет возможно, согласно вашему пожеланию. И, действительно, взял под свой личный контроль. В тот же день, рассказывал Василий Павлович Мишин, мы с Серегой, С. П. Королев, Ф. Ч. были на ковре у Сталина. Он дал нам указание немедленно вылететь в только что освобожденные от немцев Дебице, собрать там материалы по крылатым ракетам и все привезти в Москву, и чтоб ничего не досталось англичанам, их разведчики давно там работают. Так мы и сделали. По обнаруженным чертежам и обломкам нарисовали крылатую ракету и выполнили ее в металле в Чехословакии. Нашими разведчиками был обнаружен некий козак-заместитель главного немецкого ракетчика Вернера фон Брауна, чех по национальности. Он стал нам помогать. Помню, мы с Королевым сидим у него в гостях, оба в военной форме, подполковники, а его жена смотрит на нас и говорит, а вы не военные. У вас сапоги не такие и лбы очень высокие. Как говорится, вычислила нас. А к октябрьским праздникам мы отправили в Москву на железнодорожной платформе готовую крылатую ракету, машину Татра, ящик чешского пива и написали «Подарок Сталину». Так начинался советский космос. Сталин очень внимательно следил за такими делами, говорит Молотов. Вот пишут, что он не признавал кибернетику. Я имел честь, когда был студентом, слушать в аудитории самого Акселя Ивановича Берга. Это авторитет в науке об управлении. Говорю я. Именно Берг был назначен Сталиным заместителем председателя Государственного комитета по этим вопросам. Вот на каком уровне решалось дело. Конечно, мы не кричали об этом на весь мир. Сталин был величайшим конспиратором. 1946 год. Он. Я с 5 лет, помню вашу речь, вся страна ее знала, нельзя забывать, что на атомные бомбы одной стороны могут найтись атомные бомбы и еще кое-что у другой стороны, Молотов комментирует сам себя, вот это правильно. И тогда окончательный крах расчетов некоторых самодовольных, но недалеких людей станет более чем очевидным. Это была моя личная мысль, говорит Молотов. Я считал, что тут опасного ничего нет. Я очень тщательно обдумал это дело, а надо было сказать вместе с тем, поскольку на Японию были сброшены бомбы, и эти бомбы были, конечно, не против Японии, а против Советского Союза. Вот, вспомните, что у нас есть. У вас нет атомной бомбы, а у нас есть, и вот, какие будут последствия, если вы пошевелитесь. Но нам нужно было взять свой тон, дать какой-то ответ, чтоб наши чувствовали себя более-менее уверенно. Готового текста у меня не было, это я говорю правду. Потом некоторые обращались, а что это еще кое-что? Там только атомная бомба, а вы сказали, у нас будет атомная бомба и кое-что другое. Сталин мне потом сказал, ну, ты силен. У нас еще ничего не было. Но я был в курсе этого дела, а вот из вашей речи вон, тоже в 1946 году, делегат Филиппин старался доказать, что голосование советского предложения невозможно, так как оно якобы противоречит парламентским правилам. Я благодарю делегата Филиппин за то полезное поучение,
которое он нам дает насчет парламентских порядков. Я думаю, что это будет полезно, в частности, на Филиппинах, когда там будет парламент, общий смех, и в других местах, где парламенты уже имеются. Да, бывало такое дело, конечно, скупо замечает Молотов. 1,7. 1979 насчет еще кое-чего мне никто не поручал говорить. А потом Сталин это использовал для того, чтобы ограничить всякие разговоры о том, что мы слабы, когда у нас еще ничего не было. Ничего не было. Но это не надувательство. Ведь я в общем-то знал, что делается. Поэтому то, что я говорил, не противоречило фактическому положению дел. Но ничего еще не было. Только начали. Было оправдано потому, что будет у нас и атомная бомба, а водородную мы даже раньше взорвали, но это уже в более позднее время. 1,11. 1977. Когда я сказал вон, что у нас найдется еще кое-что, все потом спрашивали, что ты имел в виду? Я, конечно, имел в виду ракеты. Мы были в лаборатории «Королева» после войны. И Сталин ездил с вами. По-моему, да. Холодная война, Черчилль один из руководителей Победы, и до сих пор не могу дать себе отчет, как могло случиться, что он в 1945-м провалился на выборах. Надо, видно, знать лучше английскую жизнь. Переговоры в Потсдаме начались с ним, а потом... Он очень активный был. Не забывал и написать кое-что. Факты он излагает по-своему, это тоже надо иметь в виду. Надо проверять через другие источники. Очень хитро излагает. Он насквозь империалист. 31,7. 1972. Холодная война, мне это выражение не нравится. По-моему, хрущевское. При Сталине в западной прессе было, а потом к нам перешло. Железный занавес это изобрел Геббельс. А широко применял Черчилль. Это точно. Ну что значит холодная война? Обостренные отношения. Все это просто от них зависит или потому, что мы наступали. Они, конечно, против нас ожесточились, а нам надо было закрепить то, что завоевано. И счастье Германии сделать свою, социалистическую Германию, а Чехословакия, Польша, Венгрия, Югославия, они же были в жидком состоянии, надо было везде наводить порядок. Прижимать капиталистические порядки. Вот холодная война. Конечно, надо меру знать. Я считаю, что в этом отношении у Сталина мера была очень резко соблюдена. 28,11. 1974. Речь Черчилля в Фултоне, начало так называемой холодной войны. Уходить Сталину на пенсию было нельзя, хоть он и собирался после войны. Пусть Вячеслав поработает. Один наш писатель, говорю я, высказал такое предположение: если б Сталин еще лет 10 поправил, он бы короновался. Все к этому шло, народ его любил. Враги боялись и уважали, авторитет огромный. В Кремль уже царских орлов свезли, трон поставили. Да он всегда там стоял, говорю ему. На почетное место передвинули, поправился писатель. Он бы короновался, и оно, я тебе скажу, неплохо и было бы. Он был, конечно, монарх, что и говорить. Монарх там все во имя империи, а здесь во имя пролетариата, для трудящихся. Говорит Молотов. А этот писатель вас молиться не заставляет? 1,5. 1971. Один опера знали? Да, когда он у нас был, я его даже немножко поставил в неловкое положение. Мы с ним сидели рядышком, а он мне на ушко говорит, если бы при фашизме у меня было больше возможностей, я бы Гитлера задушил. А в то время они все это замазывали, сам он фактически продолжал многие из гитлеровских дел, коммунистов душил, благоволил к нацистам. Я взял и тут же, во время обеда, в речи сказал то, что он мне нашептал. И это было опубликовано. Я решил,
пускай он запомнит, друг он ненадежный, и пусть на него кое-кто посмотрит, как на двуличного такого человека. 24,8. 1971 Спак был первым секретарем НАТО. Не понимал значения слова «который». Вы, русские, часто употребляете это слово. А мы, действительно, «который», «который». 17,7. 1975 репарации. После войны мы брали репарации, но это мелочь. Государство-то колоссально и у нас. Потом эти репарации были на старом оборудовании, само оборудование устарело. А другого выхода не было. Это некоторое небольшое облегчение, тоже надо было использовать. Но опять-таки, вырывая себе кое-что, с чем надо было считаться. Мы же потихоньку создавали ГДР, нашу же Германию. Если бы мы вытащили оттуда все, как бы на нас ее народ смотрел? Западной Германии помогали американцы, англичане и французы. А мы ведь тащили у тех немцев, которые с нами хотели работать. Это надо было очень осторожно делать. Много мы тут не доработали. Но это нам тоже помогало. Надо сказать, что немцы обновили свой фонд, перевели на новую технику. Мы тогда у себя это сразу сделать не могли. Но некоторую часть оборудования отправили в Китай. 12,5. 1976 Ленд-лиз. О переговорах по Ленд-лизу. Все время были, с самого начала. При мне был подписан договор по Ленд-лизу, когда я был в Америке в 1942 году. При мне. Мифринд, да. А после войны были разговоры? Были, конечно. Не раз. Я и ноты подписывал. После войны начались разногласия по ленд-лизу. А до этого не было. Мы не отказывались от долга. Кое-что вернули. Они привезли пресс, и те студебеккеры, которые мы им возвращали, расплющивали и в море сбрасывали. Возможно, да. Вы говорили, отдадим, а сроки назначали. Всякие выдвигались спорные вопросы. Я не могу припомнить. Но отказа не было. Не все заплатим. Но не отказывались. Не отказывались. Но так и не вернули. 31,7. 1972.